Алексей. А? Где надо? Это представители силовой структуры. Где? Вот все, вот это все. И это тоже? Все. Кроме меня. Этого. А? Кроме меня. Все это. Всех приветствую, люди добрые. 26 февраля 2021 года должен был состояться съезд сторонников Алакулова Хидирназара. Так получилось, что мне с утра позвонил не один человек, говорит: Алексей, поехали съездим, ну, посмотрим хотя бы, что там происходит. Но, к сожалению, я накануне лег совсем поздно спать и, откровенно сказать, не должен был посещать это мероприятие. Но так уж получилось, что я решил все-таки набрать Хидирназару по телефону, но, к сожалению, трубку он не поднял. Мне это показалось странным. Я позвонил тогда к его сторонникам, ну, приближенным людям. И мне говорит: Алексей, говорит, приезжай, Хидирназара заблокировали, тут проблема, выручай. Но деваться было некуда, надо было выручать людей, которые, в принципе, ну, ко мне положительно относятся. Я не мог поступить иначе, как поехать туда. То есть я взял камеру. Запись производилась чисто, наверное, в основном ради того, чтобы проанализировать ситуацию. И на всякий случай взял камеру. Скинули мне геолокацию, подъехал я. Но все, что происходило, вы увидите. Единственное, уточню, что в конце меня задержали. Написалось заявление, что я, в кавычках, конечно, собственноручно удалил видеоматериалы по собственному желанию, и написал расписку, что претензий к правоохранительным органам не имею. Но, к сожалению, но так сложилось, что по многочисленным просьбам, вернее, немногочисленным просьбам, я все-таки поехал, восстановил эти данные. Все, что происходило, вы можете увидеть в этом видео. Извиняюсь немножко за качество. Можно было бы, конечно, посидеть немножко более сделать. Но и так все, думаю, понятно и ясно. А что, я не понял, никого нету? Вон они стоят, а здесь стоят три человека. И вон они стоят. Или в прямой эфир пустить? Или в прямой эфир пустить? Да, конечно. İlanning yog'ini yalagan ayyor bo'lar. Ammo agar nima bo'lib qolsa, telefonni olib ketsang, albatta. Hozir tashavvur qopdi. Voq, telefon bor. Ha, siz nima ularni ortida ko'rayapsiz? Ularni ortida men yo'qim. Ha, yo'l bu yerda. Ha. Yo'l bu yerda bu yerda. Алексей. А? Где надо? Это представители силовой структуры. Где? Вот все, вот это все. И это тоже? Все. Кроме меня. Этого. А? Кроме меня. Все это. Войдите, падет. Там тоже, что ли? Одесса, это тоже, да. Войдите. Сейчас я очки одену, где надо? Да, да, да. Все. Пожалуйста. Чтобы не уходили оно. Вы хороший знак. Да, меня. Свиз партии. Я слышал, слышал. Вот это все силовые, представители силовых структур. Они убегают. Алексей, а? Снимать всех надо.
Задавайте вопросы. Задавайте вопросы. Не, а что они говорят? Федерал, а? Вас еще не выпускают, что ли? Да. Почему? Ну, чтобы сорваться есть. Ну, давайте выходим. Выходим. Пойдемте. Вы снимите около войны. Войдет подъезд и... А где Откер? А где там остался. А? Там остался. Там остался, да. Я должен открывать съезд. Алексей, все к нам. Там уже около 15. Все. А, это что, все силовые... Включается. Что-то смешно даже. Что-то говорят, все силовые структуры. А? Не знаю. Не знаю, что происходит. Здравствуйте. Интересно. Кого ждут? Не знаю. Федор Назар. Алексей? Да. А кто есть еще? Ну там наверху кто-то, да? Наверху кто-то стоит. А вот задавай вопросы. Далее, с вчерашнего дня, да, Алексей? Ага. Будет главное следующее, что сорвать. Нет, съесть. Ну как сорвать? Ну давайте выйдем, поехали. Чай попьем. Чай попьем. Ага. Неужели вы не понимаете? Хидир Назар, я все понимаю, пойдемте чай попьем в кафе, потом поедем. Не, а сейчас. Ой, а где Уткер остались? Ну они там остались. А надо, чтобы проводить съезд, Алексей. Это главное. Я не главный, понимаете? Вот самое главное, чтобы монополии вашей партии не было. А, да, да, чтобы сегодня состоялась съезд партии. Это главное. Я не главный. Все надо провести. У вас же, наверное, есть группа людей, которые вас поддерживают. Пойдемте чай пить. Надо их всех пригласить сюда, Алексей, тогда. Кого? Всех вот участников съезда. Всех мы участников. Мы прямо будем здесь организовать съезд. Я об этом Уткуру сказал уже. Прямо здесь будем проводить. Так вы открываете дверь или нет? Федор Назар. Да, Юрима, вы же знаете, я окружена представителями вот своей структуры. Не, ну хорошо, а что они сделают? Ну заберут, ну пускай заберут тогда. Пойдемте чай пить в кафе. Федор Назар. Алексей. А? Это около вас они все? Не, ну они наверху стоят, я не знаю. Вот, вверху стоят. Может просто стоят, кому пришли в гости, там девушка красивая. Они хотят, чтобы силами проводить меня Андижа. Каким образом? У них надо спросить. Задавайте вопросы. Здравствуйте. Что, реально это что ли? Вы его хотите? А? В гости пришли. А, они говорят, мы в гости пришли, тут никого нет. Они в гости наверх пришли. Не-не-не, они не гости. Задавайте вопросы, тебе не важно. Вот. Подойдите около тебя.
Да, вот стою. Вот все события, ага, сняли вот рядом с этим. Сейчас об этом вам расскажем. О! Силой, но которую мы закрыли, они хотят забрать дедушку в Америку. Не, ну мужики, ну вы поймите, если они хотят забрать, они заберут. Ну надо тогда выходить, пускай забирают. Не, ну а что делать, Хидернозавр, а какие варианты у вас есть? Главная цель, чтобы его забрать, это сорвать сегодняшний съезд. Не, ну хорошо, но дело не в этом, не он же будет виновен. У дедушки должно быть какие-то эти сподвижники, которые пройдут этот съезд. Не, они просто, эти силовые структуры пришли с немецкой, чтобы забрать силой. Не, ну вы поймите, Хидернозар, у вас должны быть люди, которые ваши люди, ваша команда, которая должна провести без вас даже съезд, без этого, чтобы у вас работало все это. Вы вот сейчас, знаете, Алекс, вы сведете, что вы защитите, да? Вы же один, они же около 20 или больше, они сейчас будут принимать против меня силы. Не, ну а силы как? Ну руки поднимитесь, и тогда куда? А что делать, Хидернозар? Вариантов больше нет, то руки поднимите, что они, пускай что хотят, то делают, а что делать? Пойдемте чай пить, Хидернозар. Сейчас. Алексей, не уходите. Я внизу. Вы имеете в виду, да. Ну давайте, пойдемте. Алексей, вы здесь? Да, конечно. Да, не уходите, я выйду сейчас. Давайте. Идите ко мне, уважаемый. Уважаемый, вы подходите ко мне и спрашиваете, кто я, а кто вы? Какие-то непонятки. Потихонечку. Нет, подождите. Я вас знаю. Все, от этого вы я... меня знаете, да? Вот. Дайте я прочитаю, можно? Быстренько. Ташкент, Шахар. Все, видите? Я выключу. Хотя, ну что вы? Не, можете, вы так ведете? Не, я выключу камеру спокойно. Вы ничего, вы начинаете, не поймете. Дайте я выключу. Нет, просто вы сломаете. Нет, сейчас сам сломаю. Не, ну я выключу камеру, зачем вы? Да я, дайте, да что? Я не поняла, ну что за шоу, мужики, ну вы где-то смешно же. Мужики, ну вот. Ну сколько тогда выключаете? Не, ну я выключу, что устраиваете, я не пойму, цирк. Здравствуйте. Не, ну вы цирк не устраиваете. Все, 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 успокойся, давай. Вы тоже себя ведите как это? Брат, нас уважаем. Я не понимаю, ну реально не понимаю вас. Ну вы сказали выключить, я выключу, да что, все это проблема. Ну вот, представьте. Насчет Хидернозара Алакулова. Мне пришлось пару раз встречаться с ним. Спасибо, он кое-какие документы подписал. В принципе, это документы как бы общественной важности. Знаете, как вам сказать? У меня один человек, которому я доверяю, говорит: Алексей, это все подставной человек. Это делается марионеточная партия очередная. Другой человек, которому я также доверяю, говорит: Алексей, говорит, это человек из народа, он хочет добра, блага для народа. Знаете, верю и тому, но кто-то из них ошибается. Мы все имеем право на ошибку, в том числе и я. Хидернозар говорит правильные вещи, согласен с ним.
в основном по всем вопросам. Но это не значит, что все будет так, как он говорит. Нам тоже некоторые люди говорят правильные вещи, не один год уже, а все, что мы видим в реале, совершенно другое. Поэтому призывать к чему-то я не вправе. Народ, здесь ситуация такая, вы самостоятельно должны принимать решение, за кем идти и что делать. Это ваше право. Всем удачи, надеюсь, увидимся.